Молоді люди, з вас 1500 за срив стоп-крана. По рабочей, да, по рабочей. Какой рабочий, ты нырял, а, Гриша? У нас были большие проблемы с гримом. Ксюша, гримерша, за борт упала, чуть совершенно не умеет пить, я просто вообще вот так. Гриша, ты дебил. А может быть, ты просто плохо искала? А давай вместе поищем, а? Смотри, серьезно. Серьезно? Конечно, извините. Так, я прошу, да, пожалуйста, перестаньте ходить мимо туалета, иначе я вас засужу, когда вернемся в Москву. У меня условия контракта позволяют, понятно? Извините, да. Что, в общем, ты хотел сказать? На квартиру нашелся покупатель, так что начинай собирать вещи. После выпускного мы переезжаем в Саров. Какой пиар? Атомная бомба еще никому не помешала. Слушай, режиссерскую задачу сейчас. Режиссер. Ну. Значит так, поднял свою задницу режиссер, заправил генератор, вытащил весь фейерверк с каюты и поставил ребят снимать. И снимать! Мой муж был для меня все. Теперь у меня нет ничего. Жалкая доля женщины. Я любила его сильнее своих детей. Я дала ему все. Любовь, деньги, слава. И где теперь его клятвы? Почему мы можем различить фальшивое золото, но не фальшивого человека? Но гнев сильнее меня. Хочу быть с ним всегда. Назад пути нет. Нет.
When you sometimes become deeply sentimental, in hopeless search of shoulder to cry on, you rediscover in your primal element, then you're ready to turn.